Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи Тамары Лосенко. Композиция называется «Зимнее утро». Музыка исполнения Самвела Фроновича из цикла «Ожившая поэзия». Утро ранее настало в мягком сумраке кровать. Нам тепло под одеялом, и не хочется вставать. За окном гуляет вьюга в сером небе декабря. Друг друга ласки нежные даря, как уютно и приятно на твоем плече лежать, свежесть комнаты прохладной голой пяткой ощущать. Встанешь, подойдешь к окошку, там мороз и злая вьюга. Полежим еще немножко, но в согреве мы друг друга. Встанешь, подойдешь к окошку, там мороз и злая вьюга. Полежим еще немножко, вновь согреем мы друг друга. И скользнув под одеяло, навсегда запомнишь ты первозданное начало теплоты. И скользнув под одеяло, навсегда запомнишь ты первозданное начало и любви. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт. Зимнее утро». Стихи Тамары Лосенко.